Переехали? Один раз. Ну, безопаснее место хоть переехали-то. Да, что то говно шоет. Понятно. Я просто читал там ужас, что творится. Я знаю. Вообще кошмар. Ебут по всем направлениям. Да, да. А ты собираешься в отпуск? Я домой собираюсь. А кто же тебя отпустит совсем домой-то? Вот так вот. Что там, как вообще по новостям, что слыхать? Красный Лиман, жесточайшие бои, уже 3 недели. Уже в полукольцо. Не полукольцо, намного хуже. Намного хуже, да? Да.